Так, ну вот, сегодня уже 11-е, вот приподнял кучку. Вон они полетели. И новые, то есть с новой голубятни и старые. Вот эти вот пошли туда. Эти вот здесь вот буксуют. И молодых. В общем, обе голубятни постарался приподнять. Вот они уже садятся. В принципе, минут 5-7 летают всего лишь. Уже, в принципе, поздно погнал, пока с работы сменился. Вот кто сейчас куда будет садиться, неизвестно. Вчера на сутках было, эти голуби все были закрыты из новой голубятни. Вот они ныряют, а то молодежь вообще не знает, как летать. Держу их там, как кур. Вот он маленький летит. Все вроде бы садятся, и эта кучка тоже опустилась. Кто-то что-то пытается сделать, пара белых, вон кувырк, перка какой-то пошел в сторону. Так, видите, кое-кто хочет на антенну садиться. В общем, старые туда, новые сюда. Не могут определиться, куда им садиться. О, молодой один сюда сел. Он опять мраморная улетела. Позавчера летала весь день. Не могла дом найти. Опять вон сорвалась, пошла в лед. Вот она идет по краям. Ну эти вот опять чуть-чуть приподнялись, вроде садились чуть-чуть, метров на 10 выше стали летать. Молодежь попадала. И сюнята, это, видимо, то, что повзрослее. Вот они в две кучки разбиваются. Шейка, как всегда, наверху. Вот в прошлый раз так не вернулась, а одна голубка. И еще какой, я даже не знаю. Вот когда четверо летали, прилетел часа через два с лишним, прилетел шейка. И прилетел один черный. Вот. Летал еще белая. В общем, одной белой голубки нету. Она как бы беспарная была. Вот. И еще кого даже и не знаю. В общем, нету. Так, ну эти вот. Эти уже вот садятся. Хотят садятся все. В основном молодые. И лентяи. Молодых не догнал с этим переселением. Передержал их в новой голубятне, чтобы привыкли. Вот он, пестененок, аж останавливается. Это вот в этой будке родился, еще не был в новой. Вот его по перу видно, совсем мелкий. Тоже полетел в лед. Напугал я их. Вот так. Один садится, вот белый, мраморная носится. Черные все-таки, все равно они повзрослее, идут на старую голубятню садиться. Круги. Вон кто-то один там чихает, что-то смотрел не. Какой-то белый захрюкал. Все, опять стали крыши вышибать. Вверх никто не пошел. Кроме шейки. Шейка был наверху. Не знаю, по-моему, он тоже спустился. Шейка и черный. Вот он тоже. С подрезанным сбоку хвостом.
Вот они. Все. Новая пёрка летает. Ну, вроде чуть-чуть и полетали, а то сидят. Вот, уже быстрее в голубятню прячемся. Некоторые не взлетели. Мраморная вон она, все, вот она. Идет на круг, опять уходит в сторону. Вот голубям вроде бы подошла. Вот она. Летает, как зыч. Ничего не делает. Но летает. Не знаю, улетит, не улетит. Вот это. Голуби боятся. В общем, толком и сокола не знает. Вот он их позавчера тут разгонял. Меня не было, еду, смотрю, голуби летают. В общем, мой черный вот этот как-то успел соскочить с подрезанным хвостом. И в это время гонял ослан. В общем, вместо моих забрал его лохматого одного моздоцкого. Мой как-то соскочил в его сторону, сокол пошел, ну, то, что он выело ему легче, того он и сожрал, выхватил. Ну, вот сейчас вот ракетницу, в принципе, держу в кармане, но они и не поднимаются. Сейчас бы поднялись наверх, вот опять он такие круги делают. Они и боятся, и некоторых уже здесь бил капец. Мраморная все по большому кругу носится. Вот. Ага, это вот он, шейка. Шейка здесь. Вот он этот черный. У этих черных, черного, они сидят в новой голубятне на яйцах. Черный хоть-то потянул. Какой? Даже и не знаю. Так, сейчас на паузу поставлю. Вообще-то, ну, в принципе, еще не сели, но тоже дрыгаются туда-сюда и не поднимаются. В принципе, сколько градусов, наверное, 26. Какой-то черный играет, какой, кто их знает. Вот один уже сел. Так. О-о-о-о. Давай, давай, давай. Учитесь садиться на антенну. Вот. Трое сели. Так, голубка со старой будки тоже на антенну села с подперенным хвостом. Но остальные нет, остальные не хотят. Остальные вот они. Вот, все. Белясты или голуб. Даже не знаю, или голубка. Так. Мраморная так на том кругу и летает. Это ей не нравится у меня в голубятне. Будет, видимо, опять до вечера. О, лодочка там. И все. Вот. Такие голубки выходом из Курганинска. Говно говном. Только лишь вид и больше ничего. Ну вот, благо она еще летать умеет, летит. Вот моя чернохвостая голубка. Она даже не сыграла, гадина. Ух ты. Что-то дикаря боятся, гады. Ну,
Да, и дикарябы, голубь тоже с ними летает, но не пошел в лед. По второму кругу посадил голубку на яйца. Там пискунята еще не докормил. Нежелательно, чтобы они их вывели. Одну пару прозевал. Вроде думал, что яйца им поменял, плохие положил. Оказывается, нет. Сегодня утром прихожу, голубка кормит. Видимо, вчера вывелись. Вот еще одна проблема с этим переводом голубей. И пискунят тоже мелких не хочу туда, в новую голубятню. Полы здесь бетонные. Ну, я показывал то, что сено постелил. Но боюсь, что молодежь зачахнет. Хочу, чтобы они немного окрепли. Угу. Все, садятся. Хотя они уже начинают сюда вылетать, молодые пискунята. Угу. Все, садятся. Черные гады. Все равно сюда. Дышат тяжело, вот так вот, дыхалки нету. В принципе, ночью опять у нас, днем немного. Ох, вот оно, вот кого надо показывать. Прозевал. Надо будет отойти чуть-чуть. Вот это что за черный? Голубка, наверное, с белым пером. Вот он пошел. Эх. Вот. Сейчас начну носиться туда-сюда. Вот говорил вот про эту голубку. Не знаю, где она несется. Вроде тогда была с яйцом. Там соседи. Ну, сейчас начнется сегодня строительство. Бах. Ага, вот перка прилетела. Опа, кувырк молодой. И голубь это или голубка. О, должна быть вроде голубка похожа. Эх, а тут этот играет. Дикарябы. Да, промах. Так, мраморная точно опять куда-то соскочила. Не буду ее ждать. Опа. О, это голубка вообще. Вот оно, голубь. Ох, стрижи гоняют. Ага, голубка села на антенну. Вот она, черная голубка села домой сюда. Молодец, отлетала и села. Ну, дикарябам сейчас поддержки не будет. Я думаю, он должен быстренько опуститься. А то, когда у него есть напарник, он начинает долго тут. Что-то вот он как зыч летит. Может, и даже и не сыграет. Это падает. Вот оно, пошел. Вот. Вот, периодически голубя не гоняю. Хочу детей вот, чтобы выкормил. Жалко. Сейчас, секунду, на паузу. Ну, в принципе, и все, на паузу ставить не буду. Вот так вот полетали, и так вот 14 минут, 15 почти. Ну, всем удачи, всем пока. А вот еще белый один какой-то низ, вниз пошел. Полетел туда. Ну, надо будет прилететь. Вон он вниз поселка попер. Куда дурак полетел? В общем, увидит голубей, прилетит.
Вон он сюда идет. Опа, кувырк. Может быть, какой-то из молодых полетел. Ну все. Всем пока.